Всем привет! Сегодня я вам расскажу про команду работы с данными и платформу, которую мы разрабатываем для того, чтобы масштабировать новые решения для аналитики на всю компанию. Но давайте начнем с того, какую проблему мы собрались решать и решаем ее на данный момент. Проблема заключалась в чем? Наша основная информационная система, DodaIS, генерирует большое количество данных. Но при этом эти данные собираются внутри компании, и для того, чтобы наши партнеры получили какую-то новую информацию, отчеты, необходимо, чтобы разработчики основной информационной системы взяли эти задачи в бэклог для того, чтобы разработать новую отчетность, новые метрики. В этот же момент у управляющей компании есть команда BI и свой инструмент Power BI, где аналитика ушла уже совсем далеко вперед. И есть возможность разрабатывать новые дашборды, смотреть информацию, как меняются метрики в тренде и находить какие-то инсайты из данных. Мы же собираемся предоставить новый инструмент, который позволит дать единые инструменты аналитики как для управляющей компании, так и для партнеров. Мы это сделаем следующим образом. Мы создаем новую платформу и создаем новую платформу, на которой мы сможем собрать все данные и дать инструменты для того, чтобы команда BI совместно с командами бизнес-девелоперов, с продукт-оунерами могли разработать систему метрик, необходимую для того, чтобы следить за тем, как развивается бизнес, и дать эти единые инструменты как для управляющей компании, так и для партнеров, чтобы они смотрели на одни и те же метрики, видели одну и ту же картину. Дополнительным преимуществом такого подхода является то, что разработчикам не придется разрабатывать и дорабатывать отчетность внутри нашей информационной системы, потому что мы интегрируем в нее наши решения. Если говорить о результатах, которые мы достигли за последние два квартала, это разработка дашборда финансовых метрик в AMF, на рынке AMF. И сейчас мы запускаем тот же самый дашборд, но уже на Евразии, на всю сеть. И в ближайшее время мы дадим информацию, как получить доступ к этой аналитике и каким образом использовать новые инструменты. Своей целью на следующий квартал мы ставим разработку дашборда для операционного управления точками продаж. Но это не единственное преимущество разработки такой платформы. В тот же момент мы за последний квартал дали инструменты для команды маркетинга, а именно для команды Customer Value Management, которая работает над новой программой лояльности и разрабатывает алгоритмы машинного обучения для того, чтобы прогнозировать отток клиентов или возвращаемость клиентов. И они смогли это сделать без траты времени на препроцессинг данных с помощью инструментов, которые предоставили мы, разрабатывая те же самые дашборды, те же самые данные, они смогли переиспользовать. Такой подход, он является преимуществом, потому что у нас есть единая система, единый инструмент, который мы хотим отработать, вот завернуть эту модель отработать взаимодействие между нашей командой, между платформами, между разными направлениями внутри нашей компании, потому что направлений много. Много разных бизнес-доменов, большая сеть партнеров и большая команда разработчиков. При этом мы понимаем, что каждый из этих направлений может иметь свою собственную команду аналитиков, дата-сайентистов, и всем необходимо работать с данными. Для того, чтобы не тратить большое время на сбор информации дополнительной, мы можем дать инструменты уже готовые и инфраструктуру, данные дать, которые бы были доступны всем. И при этом тем самым мы бы ускоряли вообще взаимодействие с данными и разработку таких проектов, основанных на данных. Но можно ли в этот момент назвать компанию data-driven? И как вообще ответить на вопрос, является ли компания data-driven? Да, конечно же, можно разрабатывать проекты, основанные на данных, принимать решения, основанные на данных, и даже разрабатывать модели машинного обучения. Но является ли компания data-driven при этом? Чтобы ответить на этот вопрос, у нас есть оценка, которую мы используем. Инструмент называется Data-Driven Maturity Assessment, которая состоит из пяти основных этапов развития Data-Driven культуры внутри компании. И первый этап — это этап отчетности. Когда у вас есть отчетность внутри компании, дашборды, какие-то метрики, и вы можете отслеживать вообще состояние вашего бизнеса, здоровье вашего бизнеса. Второй этап развития — это анализ, когда у вас есть инструменты для того, чтобы отслеживать тренды изменения ваших метрик и находить какие-то инсайты из данных.
На третьем этапе происходит этап оптимизации. За счет данные и инструменты начинают оптимизировать бизнес-процессы внутри вашей компании. Четвертый этап — это когда эти же инструменты вы можете дать любой команде внутри вашей компании, масштабировать их на всю сеть, по сути. Пятый этап — это уже когда данные и эксперименты начинают носить инновации в каждый продукт, в любой продукт, который у вас есть. Используем мы этот инструмент уже около года, и год назад, проведя первую оценку, она была равна 1,4 из 5. Весной мы повторили эту оценку, она уже была равна 1,8 из 5, и актуальная оценка на данный момент, мы ее проводили в прошлом месяце, была 2,2 из 5. За счет чего мы вообще продвигаемся в развитии культуры Data-Driven изнутри нашей компании? Есть 10 основных направлений, если посмотреть более глубже в эту оценку. Это и работа с данными, работа с метриками, работа со скиллами, технологиями, культурой, стратегией. Мы же сосредоточились на трех основных моментах. Первое — это, конечно же, создание команды с определенным набором знаний, умений. И это люди, которые могут создавать инфраструктуру работы с данными, умеют создавать аналитику, которая над этими данными, и получать пользу от этого. И, конечно же, мы начали разрабатывать нашу собственную платформу работы с данными для того, чтобы мы могли масштабировать эти решения независимо ни от чего, как масштабировать их на всю сеть. И третий момент — это работа над стратегией. Мы ее разработали весной, и сейчас мы понимаем, что мы сфокусированно работаем над развитием data-driven культуры изнутри компании. Вы видите на маленькой картинке ту оценку, да, визуальную, которая была год назад, и сейчас на более большой картинке вы видите текущую актуальную оценку. Вы можете посмотреть и сравнить ее на презентации позже. На этом мои новости заканчиваются. Я хотел бы сказать следующее, что у нас для управляющей компании вы можете следить за всеми подробными новостями и подробными этапами в Data Team Updates канале. При этом более глобально мы будем опубликовать новости на ближайшем демо и в базе знаний. Поэтому оставайтесь с нами и следите за новостями. Всем спасибо и хорошей недели. Это люди, которые отвечают за опыт человека как сотрудника в компании. Команда в нашей компании, которая занимается тем, чтобы выстраивать отношения, привлекать новых людей в нашу компанию, удерживать их, помогать им интегрироваться, помогать им эффективно работать. Все про людей. Мы не воспринимаем людей как ресурсы. Мы думаем про их отношения. Да? Вот это, кстати, на самом деле хорошо, да, потому что это какая-то смена парадигмы. Классический HR, только шире. Что это не просто, скажем, такой найм или управление, это когда ребята создают именно человеческие отношения. За счет этих человеческих отношений мы можем достигать более крутых результатов. Human relations — это вообще отношения между людьми, а human relations компании — это команда людей, которые помогают привлекать людей с рынка и делают их счастливыми внутри компании, помогаем развиваться и достигать наилучших результатов. Ребята, которые пишут нам в Slack'е о новых плюшках. Создают систему, в которой всем нам, сотрудникам управляющей компании, классно находиться, счастливо работается и продуктивно. Нормально? С любым. С любыми? С любыми. В конечном итоге можно прийти к HR и задать им любой вопрос. Они почти все могут порешать. Какие-то проблемы, сложности, обратная связь, взаимодействие с лидером, повышение заработной платы, внешнее обучение, а выпить вина вечером. Вдруг, ну, вы грустите, у вас, вы чувствуете какое-то выгорание, вы тоже можете прийти к нам. Как осуществить переход сотрудника из одной команды в другую? Как найти свое место в компании? Мы либо поможем, либо направим к тому человеку, который поможет. Но кому? Я считаю, что нам стоит доверять, потому что мы достаточно много решаем разных проблем, видим много кейсов и стараемся сделать все, чтобы сотрудникам было комфортно. Они всегда слушают. У меня никогда не остается сомнений на тему того, отнесутся ли они с вниманием к людям, которые к ним приходят. Конкретно мне многие из этих ребят помогали по разным вопросам, поэтому мое доверие сформировано именно так, и я знаю много кейсов, которые ребят помогали решать, поэтому я уверена, что им можно доверять. Ребят, главная задача, да, — это создать правильную культуру в компании, да, транслировать ее. Если уж кому-то можно доверять, то точно HR-команде.
видят в нас очень опытных сотрудников. Их прям, ну, они доверяют нам, мы можем тоже на них полагаться и работать вместе. Потому что у нас, в принципе, компания про доверие. И ну, если не доверять уж им, кому тогда доверять? У них такой авторитет ребят, к которым можно прийти действительно по любым вопросам. Деликатны, заботливы и нацелены на то, чтобы улучшать нашу работу во всей нашей компании системно. Знают разные кейсы, прецеденты, как что-то работало в других командах или даже компаниях, и, ну, как минимум, помогут найти решение, подсказать или куда-то направить. Создаем комфорт для них. Но вот это, наверное, не сисюканье, это больше они такие, они сами все могут, сами самостоятельные. Алена точно не сисюкается. Это в хорошем смысле. Алена, я тебя люблю. Иногда, мне кажется, да. Поэтому очень важно вспоминать о том, что мы все-таки взрослые, во взрослой позиции, поэтому стараемся держать баланс, но иногда сваливаемся в том числе и в сисюканье. Пирожочки сладенькие и так далее. Не, не сисюкаются. Не жестят, но не сисюкаются. Я не вижу, чтобы кто-то сисюкался с нами. Нормальные, взрослые, деловые отношения. Я отношусь ко всем коллегам как к крутым экспертам. Если вы увидите, как я с кем-то сюсюкаюсь, снимите это на видео, пришлите мне и скажите, ты нас обманула. Нет, мы не сюсюкаемся с сотрудниками. Бизнес-ориентированный, но при этом с соблюдением культуры, ценностей. Это бывает в некоторых сообщениях в чатике. Мне кажется, первое предложение всегда немножко про проблему, второе про сисюканье, а потом мы начинаемся про дело, мне это нравится. Пробить условно какое-то формальное отношение и начать говорить по-человечески, открыто, прям о тех проблемах, которые есть или вопросах. Я уверен, команда HR прям любит всех нас. Выбирайте наших HR-ов. А я готова к тебе ответ, что такое эти бренд, как вы contribute в общие цели. Hello everyone, my name is Catherine Landrieva and I'm a Chief Operating Officer, and today I'm going to share with you our last news from DoDK startup and plans and results. Let's start from the Leamington Spa store performance. As you can see on the screen, during the last couple of months, sales were slightly decreased, as well as the number of new customers. There are two main reasons for it, basically. The first one is that lots of people after a long lockdown now are able to go to vacation. And the second one is that lots of students who usually live in Leamington, they went out for their summer holidays. And we knew that they will come back, and we prepared a great marketing push for a student audience. Actually, it was a great combination of digital tools and offline tools, and we managed offline distribution, not just in the store, near the store, but also in student campuses. So numbers are following. More than 5,000 welcome packs went to student properties, and you can see the example of the pack on the screen. That's the welcome letter, leaflet, student card, and welcome lemonade, welcome drink for our students. More than 1,500 student cards were distributed on Unipatis. So actually our team went to the club and we're staying in the queue with students and we're talking about Dodo Pizza and we're spreading our Dodo cards. Also 7,000 leaflets distributed on campus in a town center, and we received 4 large society orders. And I want to share with you a bit more about the biggest one, the Warwick University order. We received order for 150 pizzas, and I want to say a big thanks to our operational team because they make it happen. They prepared 150 pizzas and they also delivered them to the Warwick University campus. As you can see on the screen, more than 200 people tried our pizza. They received our welcome pack with their student cards with a great offer for their future purchases. We hope, we're pretty sure that all of them will become, most of them will become our loyal customers very soon. And watching on the weekly sales chart, you can see that last weeks are much better than previous summer weeks and September weeks. And the last week is actually our absolute record. We hit the maximum of our sales from the opening date. Congratulations to the team. And we are going to continue our win-back marketing.
We want to focus more not on how to make people see us, but more on how to make people try us. Because we know that product and service are the key. And from our customer reviews, it's obvious that we can do it pretty good and our customers appreciate it. So we just need to make them try us, as many people as we can, and help them to create a new habit being with the Dodo Pizza. So stay tuned to be updated on our marketing activities and results. And we're moving to the production model block. It's more about the future steps and our future in general. Our team asks ourselves how to make operations more efficient. And one of the exercises which we did, it was a stress test. So what was done, we took the busiest hour for the previous time. It was 109 products, and we put just 3 people instead of 7 on the line to see what will happen. Maybe you think right now that 109 products just for a test, such a big wastage. No, it wasn't. We managed this stress test during the morning hours while pizza store is not opened yet, and our marketing team helped us to manage pizza breakfast for all the local businesses around us. And some people in Leamington became happier this day because of Dodo Pizza. So coming back to the stress test. So all the teams, menu team, marketing team, business development team, operational team, we took our stopwatches, our spreadsheets, and we started our observations and measurements to see where are our bottlenecks, what do we need to improve first. And actually that helped a lot to the team to understand clearly, for example, that the cheesing process needs to be simplified, or that we need less knives on the make line too, for example. After the stress test, we sit together and we've had a brainstorm. So we put all our ideas, how can we simplify operations and speed up, on the board. For example, if you have idea, how can we speed up with the dough bases, you can put your sticker in the column first. If you have any ideas about the cheesing station, you can put your ideas in the third column. And at the end, we understood that we have, 118 ideas. That's a great result, but it's not enough. We need to be very careful with the execution and with prioritization of all these ideas. And I want to put here a quote from our colleague, head of business development, David Sweeney. As I remember, this quote sounds like that. Store like a race car has to be designed for peak hours, not for morning shifts. Productivity is very important for each business, and it's even more important for peak hours for pizza business. So we definitely will improve lots of things in this direction. Stay tuned to be updated. Let's move to the long-term projects. So the second corporate store, Cheltenham's Bath store. Target launch date was scheduled for February 2022. We decided to invest more time in the layouts, in the design, and in all the paperwork. Laboratory, target launch still December 2021. The dough production and commissary center, target launch December 2021, as it was scheduled before. Actually, this project to launch laboratory, commissary center at the dough plant in the same place, it's a very complicated, it's a massive project. You need to answer a million of questions and complete hundreds of tests, and that's a massive project. For example, you need to think about what equipment do you need to purchase? How can you do that? What settings do you need to put there? How project plan should look like? What will be the most efficient flow for these particular procedures? What packaging do we need to use? What quality, what size of that for transferring? What should be our requirements for transferring all these ingredients at the door? And what should be the shelf life of ingredients? And we also need to guarantee the highest quality of ingredients on each stage. So there are lots of questions and we now work in progress with lots of them. And so stay tuned to be updated on Dodo UK news. Have a great week. Thank you for listening and see you soon. Bye bye.